Panasonic RX-CW200. После переборки протяжных механизмов, замены пасеков, чистки, настройки, неоднократной разборки, сборки, наконец-то он сдался и стал работать нормально. Интонация улучшена. В 3 раза слева аж. И в 1.5 раза справа. Люк, стоп, нью и прочие обозначения дают некоторые продавцы таким аппаратам. Но кроме внешнего вида, звук был очень грустный. Плавал, как баркас по волнам. Теперь слушаем, как играет. Пластиковых деталей в этих лентопротяжных механизмах обуславливает повышенную с годами детонацию, изменяются поверхности, перекашиваются шкивы и прочее, но здесь на приемлемом уровне детонация. Слушаем. Особенно вот такая музыка позволяет проверить ее. Сразу слышно. Здесь 0.2 по 1 на левой протяжке. Очень приличный параметр на новый аппарат. Паспортные данные получились.